Вся наша жизнь – мгновение. Это если верить классику. В любом случае, иногда так хочется запечатлеть яркие моменты на фото. То, что десятилетия назад было достаточно длительной и непростой процедурой, сегодня – секундное дело. Гонка за удачными ракурсами, рабочими сторонами, количеством подписчиков в соцсетях заставляет забывать о том, что фотография – это искусство и процесс, к которому важно подходить с душой. О работе пленочного фотоаппарата знает Илья. Я вот фоткаю на пленку. Можем сейчас пройтись вот по набережной, я более подробно покажу, как что происходит. Пойдем, конечно. Многие снимают на такую камеру только потому, что так модно. Илья, следуя по стопам своего друга, в 2017 году тоже купил себе фотоаппарат, но им руководили несовременные тенденции. И мне понравился цвет, и я такой решил, что я тоже хочу. Зашел в интернет и вот купил первый попавшийся. И мне повезло, вот достался как новым, и вот третий год уже им пользуюсь. Глядя на снимки, сделанные на камеру 1987 года, трудно поверить, что 33-летний фотоаппарат может настолько красиво передать то, что видят наши глаза. Вот это вот одна из моих любимых фотографий. Я ее назвал «Фотография вечерних мечтателей». Тут, мне кажется, есть что-то футуристичное, потому что есть выдержка, это корабль проплывает, как будто он перемещается в какие-то другие галактики. Сложности в работе с такой камерой только в одном – дождаться снимков. Их проявляют в специальных лабораториях. Все остальное, например, заряжать аппарат пленкой – дело нехитрое. Первый раз, когда я ее заряжал, я, наверное, это час делал. Попадаем сюда в пазы. Вот, в пазы попали. Теперь нужно подгадать и попасть вот сюда. Ну, довольно такой трудоемкий процесс для новичков. Мягкий вечерний свет или яркое солнце не имеют значения. Запечатлеть нужный момент, поймать выразительный взгляд и передать эмоции. Вот что важно. Снимая на телефон, планшет или цифровую камеру, не нужно ждать несколько недель, чтобы получить заветные кадры. Один щелчок и фото у вас в кармане. Но именно трепетный процесс ожидания вносит некую романтику в нашу обыденность. Наталья Жатько, Алексей Семенов. Утро нового дня.